Ну что, 10-я арматура лягла как родная сюда. Согнуть ее совсем нету труда. А вот как 16-я сюда ляжет, я даже и представлять не могу, потому что ее согнуть будет очень тяжело, поскольку она толщиной по весу как 4 десятки. Ну, в общем, будем пробовать. Если не получится согнуть, то одну целую сюда бросим. А здесь отпиляем и сделаем тоже целую. Но хотелось бы, конечно, ее согнуть, и чтобы она в согнутом состоянии вот здесь где-то ее сварить. И было бы совсем шикарно, было бы связано полностью все. Забил вот трубу на 1,5 метра в глубину. Надеюсь, что хватит. Теперь нужно найти несколько человек, которые будут помогать мне гнуть арматуру. Принесем и будем пытаться что-то как-то втроем или вчетвером согнуть ее. Итак, вот что у нас получилось. Это мы вот так прижмем и заварим. Конечно, много труда получилось, чтобы согнуть, но как смогли. И в край. Я даже не знаю, может быть, и здесь что-нибудь так вот приварить. Хотя бы десяточку с этой стороны и с той стороны, чтобы тоже на стягивание держала, может, и так нормально будет. Ну что, я все поварил. Вот так вот оно выглядит. Можем сравнить 16-ю арматуру и 10-ку. Вот какая разница. Очень тяжело было гнуть. Здесь вот короче немного получилось. Здесь длиннее. Поскольку я вот эту сторону первую гнул. Экспериментировал, насколько будет дальше или ближе. В итоге сантиметров на 7 дальше получилось. От этого я высчитывал так, чтобы выгнуть ту сторону. И после чего вышло вот так вот. Даже, ну, немного длиннее, видите, здесь немного по внешней стороне. И с этой стороны тоже немного пришлось даже вырубить внешнюю сторону, потому что чуть-чуть шире пошло. Ну, очень тяжело гнуть, поэтому вот как получилось. Далее, с этой стороны, вот я приварил поперечинку. Надеемся, что будет держать. Ну, и с той стороны то же самое. Сейчас она в растянутом состоянии, зимой будет немного мне стенку стягивать. Не знаю, насколько. Пролили он жиденьким. Теперь, когда накидаем вот этот раствор, тут аж вылазит. Почему сгребаю рукой? Потому что там мастерком неудобно, слишком близко стена. Поэтому, ну, мне, в принципе, здесь уже и удобнее, там вообще было неудобно. Поэтому рукой сгребаю. Так, в принципе, можно и мастерком то, что остается.
уже начало застывать, типа, немного. Уже так не вылазит. До этого вылазило. У меня уже закончился кирпич. Мне проще рукой сгреб. Вот так раз, два и все. Потому что мастерок пока возьмешь, очень долго. А так раз, два и все.